Пинский опытно-механический завод берет отчет своей истории с 1929 года. Созданный в виде литейной артели, завоевав авторитет в 70-е и 80-е годы, пройдя кризис 90-х, более 7 лет назад он пережил второе рождение. Начался период обновления, и сегодня предприятие успешно движется вперед и не останавливается на достигнутом. Достижения последних лет можно смело увязать с директором. 8 лет назад, в непростое для предприятия время, Дмитрий Побулый возглавил завод. Грамотный, современный руководитель вместе со своей командой сумел поднять родное предприятие и вывести его в число успешных. По итогам работы за 2021 год предприятие было занесено на городскую доску почета. В 2023-м директору присвоено высокое и почетное звание «Человек года». И вот очередной успех. А это значит, что коллективу удалось не просто удержать завоеванные позиции, но и двигаться вперед. За 23-й год получили диплом. Это большая честь для нас. Для нас, для коллектива, для самого предприятия. Огромное спасибо, что отблагодарили и увидели наши труды, прошли бесследно. Но предприятие не сбавляет темпы, развивается и будет развиваться. Прикладываем все на это, как говорится, усилия. Ну и надеемся только на положительный лучший результат. Высокие показатели – результат стабильного, динамичного развития последних лет. То, что планировали, к тому и, как говорится, прикладывали все усилия, чтобы получить соответствующий результат. Поэтому на сегодня у нас за 23-й год сработали хорошо. Получили те же объемы по производству, освоили те виды насосной продукции, которые планировалось освоить. Это и СМ-200, и СМ-250. И также мы краны битумные для своей существующей продукции битумные выпускали, шестеренчатые насосы битумные. И как дополнение к ним, тем же потребителям, которые у нас и приобретали шестеренные насосы, мы разработали битумные краны, добавили в эту линейку. У нас еще и идет нестандартное оборудование, то есть цех металлоконструкции. Очень много мы завязали сейчас на БМЗ делаем. Для них не серийная, не стандартная продукция. Тоже как бы небольшой вклад, но хорошо, на нем сгруппа. Завод сохраняет свое традиционное направление. Специализируется на производстве и продаже станков, механизмов, насосов для воды и битума, подогревателей, чугунного литья, запорной арматуры, металлоформ, пожарных резервуаров, предлагает услуги литья по чертежам заказчика, сервисные услуги. Ассортиментный перечень выпускаемой продукции более 150 наименований. Благодаря освоению и выпуску новых видов продукции увеличиваются объемы производства, растет прибыль, которая исчисляется миллионами рублей. Особенно на сегодняшний день открывается доля рынка нефтепереработки и горнодобывающей промышленности. И часть поставщиков, имеется в виду Евросоюза, которые были и поставляли на данный отрасль. Поэтому они ушли с этого рынка, и потребность осталась. Поэтому необходимо компенсировать рынку, который требует данной виды продукции. Ну и вот мы в этом направлении работаем. Начатая в 2017-м реализация инновационного проекта дала старт масштабной модернизации и техническому переоснащению, освоению новых видов продукции. И процесс этот с каждым годом приобретает все больший размах. В планомерном развитии идет закупка нового оборудования на 2024 год. Это на несколько этапов, плюс техмодернизация полная завода планируется 2024-2026 год. В планах 2024 года это замена устаревшего оборудования, морально устаревшего. Это токарная расточная группа будет, плюс шлифовка круглая будет замена, опять же, существующего. И полностью техническая модернизация имеется в виду по циклу механической обработки. Это долгосрочная перспектива амбициозного проекта, реализация которого идет планомерно и успешно. На 24-й год именно с чего мы начнем, это мы приобретаем 4 единицы оборудования дополнительно еще на участок ЧПУ.
и будем модернизировать показ участок. Находясь в стабильном, динамичном развитии, предприятие постоянно вводит новшества, успешно продвигая свою продукцию на рынке. С Пинским опытно-механическим заводом сотрудничает большинство стран СНГ, и продукция предприятия не залеживается на складах и идет практически с колес. В основном у нас на рынке это центробежные наши насосы, это на чем мы концентрируемся по выпуску. Это центробежные насосы серии CMS, которые мы производим и развиваем опять же в линейку, потому что мы добавляем и CMS 500 уже на 2024 год в планах у нас освоения и выпуска данной серии насосов. Поэтому как бы говорим, костяк вот этих насосов – это основное для нашего предприятия. Сегодня Пинский ОМЗ – современное, хорошо оснащенное предприятие, которое выпускает качественную продукцию, соответствующую потребностям заказчика. Она отличается долговечностью, производительностью и простотой в эксплуатации. И еще один важный показатель эффективности деятельности. Пинский механический завод не просто удерживает уже завоеванные позиции на рынке, но и расширяет границы поставок своей продукции, что, безусловно, решает важнейшую проблему импортозамещения своих партнеров. Много игроков ушло с Российской Федерации, также и из других, поэтому освобождается ниша, которую мы интенсивно занимаем с большим объемом. Открытое акционерное общество «Пинский опытно-механический завод» – это слаженная команда сотрудников, которые обладают необходимым опытом и квалификацией для производства высококачественной продукции. Огромное спасибо хочется сказать всем людям, которые за наш особенно коллектив, которые прикладывают немало усилий, трудолюбия для получения и достижения вот таких результатов. Модернизация и техническое перевооружение, расширение линейки выпускаемого оборудования, рост объемов производства – это сегодняшний и завтрашний день предприятия, продукцию которого ждут во многих уголках Содружества. Современное предприятие требует притока новых сил и молодых специалистов. Сегодня работать на ОМЗ становится все более престижно. Необходимы люди-специалисты, хотя мы на сегодня этим и занимаемся, то есть и подготовку кадров ведем. У себя на предприятии берем, обучаем специалистов, также приглашаем специалистов, обеспечиваем хороший социальный пакет, соответственно, заработную плату, все условия получать на предприятии, ну и стабильность. В основном у нас профессия – это токаря, расточники, рабочие профессии, шлифовщики. Это основная эта группа. 2024 ставит перед коллективом еще более серьезные задачи, но коллектив готов к выполнению самых амбициозных планов. Для этого на заводе есть все условия. Уже сегодня можно смело говорить о том, что впереди у него успешное будущее. И мы уже не останавливаемся в развитии и освоении новых видов продукции. Поэтому рынок требует, поэтому и поворачиваемся лицом к рынку, и разрабатываем и будем разрабатывать новые виды продукции. Сегодня руководитель и вся его команда думают прежде всего о том, как улучшить завоеванные позиции. Но однажды взятую планку достижений опускать не он, не каждый, кто переступает порог заводской проходной, опускать не намерен. И важна не только постоянно растущая зарплата, но и престиж родного завода, который идет в ногу со временем и вносит свой вклад в успех всего промышленного комплекса страны.